В это время в аптеке никого не было, ну, только вот как бы фармацевт и охранник. Uh-huh. Вот охранница здесь сидела, я занималась тем, что выкладывала товар. Uh-huh. И вдруг, ну, сами знаете, такой грохот как бы это, тут все посыпалось, вот. Мы, естественно, как реакция, сначала было страшно, потом как бы успокоились, посмотрели, что, в чем дело. Машина вот, пожалуйста, въехала сюда. Ну, чуть-чуть не доехала до аптеки. Вот хорошо, я думаю, вот правда, может быть, там вот этот шар спас нашу витрину от того, что она как бы не расколотилась. Угу. Это как бы своего рода как амортизатор, может быть, сработал. Ну, а что можете сказать о тех, кто находился в машине? Так, ну, во-первых, создалось впечатление, что они трезвые. Единственное, mm-hmm. что потом, действительно, это большой нервный срыв у парня был. То есть не то, что он как бы там себя как-то неадекватно вел, просто его как бы, ну, сами понимаете, когда такое случится, mm-hmm. ну, человек просто затрясет. Mm-hmm. Вот, поэтому тут меня попросили дать, в общем, что-то успокоительное, я дала таблетки пустырника. Mm-hmm. Как раз он принял 3 штучки. Mm-hmm. А сколько находилось молодых людей? Так, ну, я, честно, не обратила внимания, двое. По-моему, двое. Да. Ну, я не знаю, где сидели, потому что я тоже здесь стояла, и поэтому сразу-то не видела, как бы, здесь не видно. Так вот. Ну, они сами вышли? Да. Что сказали? Ну, сказали что-то, по-моему, один сказал вызывать милицию. Он сам и сказал. Он сам сказал вызывать милицию. Да, и это... Я сначала нажала на кнопочку, как только вот этот сигнал прозвучал, нажала на кнопку, это нашу невидимую охрану вызвала, потом вызвала милицию, позвонила заведующий. Где-то здесь, вот, пожалуйста, вот 3 таблеточки, как раз ему посоветовала отдать. Ну, я стояла там, в общем, оставляла товар. Сейчас.